В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Потерял сознание после инфаркта водитель за рулем Toyota Prado на улице Ленина. Неуправляемая машина протаранила бетонную опору ЛЭП и перевернулась. От удара столб упал на дорогу, где находились две «Лады» 10 и 15 модели. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Незадолго до аварии водитель «Тойоты» высадил супругу на остановке общественного транспорта. По делам женщина поехала на автобусе, и из окна она заметила перевернутый автомобиль мужа. ДТП как получилось? После инфаркта. Никто вас не подрезал, да? Плохо стало? Михаил прошел экспертизу, алкоголя в его организме не обнаружили. Сотрудники ДПС посоветовали мужчине в следующий раз перед тем, как сесть за руль, ему необходимо проверить здоровье. 10 октября вечером в Ленгасово в доме на улице Спортивной произошел пожар. Из подъезда было эвакуировано 20 жильцов. Четырех из них вывели в спасательных масках. На месте пожара нашли погибшего 45-летнего мужчину. Это был сын хозяйки квартиры. Мужчина отравился продуктами горения. По словам соседей, в последнее время он употреблял алкоголь. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Гибкого вора задержали сотрудники Росгвардии после кражи из магазина на улице Ленина. 29-летний мужчина, как умелый фокусник, пролез через металлическую решетку, прокрался около спящего продавца и забрал из кассы деньги. Преступление сняли камеры наблюдения. Мужчина увидел, что женщина-продавец задремала. И, воспользовавшись этим обстоятельством, он проник через проем в решетке и похитил 6 тысяч рублей. Как выяснилось, мужчина был ранее судим. Сейчас ему грозит до 5 лет тюрьмы. Судя по всему, там он продолжит оттачивать свое мастерство.